Всем доброго дня. Сегодня Светлана на выходные домой приехала. Николай сейчас привезет. Как раз прокапали капельницу. И Светланка уже дома. О, Светлана, что ты там пьешь? Кофе, конечно. Кофе? А тебе можно кофе? С молоком можно. А, я пью без молока. Угу. Дякую. Привет, да? Привет. Здорово. Сейчас, подожди, только заберем. Я закрою. Заберем сумочку. Добрый день. Так. Открывай. Как Света на курорте? Уже добрый. Привет! Привет, мои хорошие! Здрасте! Лилечек, здрасте! Ну, здрасте! Соскучились я за тобой. Смотри, что Доля вытворяет. Здорово. Чарли кашляет. Все, я уже... Даже лекарства привезли тебе, смотри. Папа говорил, что у тебя проблемы. Да я ему уже дал ложечку, у него живот бурчал. Да? Да, побежал уже за колясой. Здравствуй, моя хорошая. Ты чухалась. Говорят, что ты чухаешься. Чухается она. Чухаешься, да. На мясо снова наелась. Ты везде, я тут везде много. Виля, за печенье. Раз. За печенье, забирай. А моя же Чалик от тебя не отходит, видишь? Видишь, что больше скучал? Вот тогда мамина рыба такая. Кто больше скучал? Чарлюка скучал. Ну хорошо, что хоть так быстро прокапали капельницу, не? Какой счастливый. Опа, бутылку дали. Побежал с бутылкой. Да, Люня на ручки просится. Здравствуй, моя девочка такая хорошая. Привет, моя хорошая. Привет. Вилёк. Ух ты, Вилёк. Увалился, как бычок, да? Ух ты, Вилёк. Здравствуйте. Не, мама, ничего не будет работать, яку посуду мыть. Посуда все помыта, в хате убрано, все. Светлана сразу дорос. Светлана ничего не будет в хате делать. Сразу обход Светлана делает. Что тебе там понравилось? Ага. Да, вот такой будет, что-то не помню, что только другой. Вот. А тут мы пересадили на другую сторону, потому что что-то вот там, где было, что-то она не приняла. А видишь, я вот это побрезала, он все равно растет. Растет. Побрезала, я его потом подошла, и он все равно растет, будет все-таки расти. Смотри, аккуратно, антенна. И это тоже растет, смотри, хорошо. Да, он красиво. Как красиво. Молодец. Кукуруза тебя дождалась. Я кукуруза маму дождалась. Кукуруза дождалась тебя, видишь? Сегодня я тебе сварю. Пойдем, Доля, пойдем. Выбери себе, какую ты хочешь. А вот это, видишь, я к чему хотела сказать. Вот это надо убирать. Да, оно само отпадает. То, что оно отпадает, это одно. Оно отпадает само, Светланка. То, что оно потом будет расти, все совершенно другое. А как, например, где-то в поле цветок так само отсвел, то кто его там срывает? Само все отпадает, Светлана. Сейчас другое время, зай. Не трогай, Светлана. Ну я чуть-чуть почищаю, не мешаю. Не соскучилась за цветами? Цветы за мной соскучились. Там, наверное, не померли, не? Ну там пару листочков, что пожелку. Не знаю, почему заскучали за тобой. Сейчас наведем порядочек. Ого! Смотри, я специально не срывал, иди сюда, посмотри, какой большой огурец. Ждет, да? Да, вон, посередине, посмотри, какой большой. Сейчас я посмотрю, это, наверное, гром такой, громит, да? Да я не знаю, гром или что, но оно что-то бахкает. Яблочки помалу падают. А яблоки уже вкусные, Светланка. О, есть какой огурец? Вон. Не вижу. О, в середине, какой большой. А, да. Давай,
Иди сюда, только аккуратно. Качавли, что там кушает? Траву. Он сегодня целый день траву ест. Целый день траву ест. Купили. Надо будет вот эти все, видишь? Вот эти я их всегда и обчищаю. И они тогда хорошо... Да они сохнут, что я сделаю. Ты думаешь, я их не обрывал, Светланка? Они тогда будут более лохматые. Она вот с понедельника выйдет, что будет, может, пару дней сюда до дома. Да, и будешь еще в огороде работать, да? Не надо ничего, все без тебя сделается. Вот посмотри, два кабачка специально для тебя оставил. Уже в понедельник я тебе пожарю. Вишки большие. Кабачки, вишки. Кабачки у нас растут. Да. А это маленькие помидоры, те, что садили, да, когда я усаживала? Да, да. Такие не малые, то, что посадила, тогда я... А это, что мне Романевна дала, помнишь, вот этих три, видишь, смотри, какой уже большой там. А вот еще огурчик. Есть, есть. Я когда потом буду поливать, я посрываю. Они траву пасутся. Пасутся наши козлики. Пойдем. Еще до сих пор твои ромашки есть, которые тебе Николай подарил. Мне от души огромный подарил. Спасибо. На день медика. Угу. Ты постирал материны вещи. Пошли. Привет, Тимош. Солнце, здорово. Как жизнь молода? Тимошка балдеет на террасе. Тимофей. Соскучилась, Светланка, правда? Дома хорошо, не? Дома хорошо, конечно. Привет, моя рыба, здорово. Ты давно меня не бачил? Ты давно не бачил? Здорово. Привет. Да, убегает, убегает. Да ему сегодня пойдем, повесил, видишь, новую. Угу. Пошли. Пойдем. В огороде скоро будет порядок наводить везде. Вот я пересадил, видишь, вот это, Светланка. Вот я пересадил. Угу. Она там что-то пропадала, видишь? Угу. Подожди, и розы. Вот этих надо убирать, они еще будут расти. Это. Да уже розы навряд ли будут, да уже, Светлана. Еще только август месяц. Сомневаюсь, там, что розы будут. Те, которые эти, я их вот сколько вырывала, и они шли по второму. А месту. Я так не делаю, я ножницами обрезаю. И вот так ручками, они мне потом растут, растут. Ну, самая большая доля к тебе лезет целоваться. И Виля на своей волне. Глаза такие грустные. Совсем седой стал. Видела, как у него мордочка? Да что ж ты хочешь? Уже года. Ты такой хороший. Да, ты даже хочешь, чтобы я тебя гладила. Да, он хочет, чтобы его чухали. Она видала консервацию. А вот смотри, наши помидорчики. Я закрыл две баночки. Молодец. Это огурчики. Молодцы. Многие там пишут, боже, Коля неправильно сделал. Боже, повзрывается. Господи, это у Коля уже в том году делал, ни одна баночка не взорвалась. Ни одна баночка. Баночки не стерилизовали, баночки Коля по-другому делал. Он их хоть там промывал, и не надо стерилизовать. Он позапрошлый год делал такой же самый рецепт, и ничего не взорвалось. Так что будет все нормально. Это Светланка с нашего огорода, помидорчики. Синенькие остались, я их сегодня сделаю. Да, остались все синенькие. Еще кабачок есть, еще в огороде кабачок есть. Я хочу сделать в духовке, можно с мясом взять. У нас есть хоть какое-то вареное мясо? Мясо у нас какое-то есть? Ну, вареного нету, а замороженное есть. Замороженное есть, да? Должно быть, должно быть. Так, сейчас я быстренько подлежу, купаюсь. Должно быть, Светланка. Угу. Светланка уже... Свои цветы пересматривает. Я говорил, что я поливал. Светлана говорит, почему этот цветок пропал? А я откуда знаю, что он пропал? Вот смотри. Вначале этот листочек бы пожелтел, и второй. Мне кажется, ему уже все, алис гуд. Угу. Надо выбрасывать. Вот видишь, тут два листочки. Вот от жары, я же поливал. Наверное, от жары, видишь, что сохнут. Вы знаете, я смотрела видео, не помню, какого блогера, когда это в больнице была. И не, я не помню, потому что вообще я человека не видела, только видела руки, как делали. Только знаете, чем они, это уже все, уже ее можно отрезать, чем мыли вот листья. Соком алоэ, брали алоэ, размельчивали водички, разбавляли и вот так обтирали эти, а потом вот так ваткой они между листочков, для того, чтобы как типа подпитывали. Но у нас алоэ нету.
Ну, я тебе говорю, что я это первый раз вижу, но видела это именно сама в Ютубе. Не знаю, может быть, и работает. Так. Вот это я тоже сейчас подрежу. Вот так как-то. Ну, так в основном цветочки все нормально, правда? Да, так нормально. Сейчас я их почищу. Вытираю листочки. Остались у нас баклажаны, хочу сейчас их посолила, видите, тогда дольками запеку в духовке вместе с куриным фаршем, чтобы не пропало, потому что синенькие вообще вкусные, их надо просто уметь приготовить, тем более сейчас сезон синеньких. Все, Светлана, оставляй, я сам полью. Нет, ты мне их так не польешь. Но. Вот видишь, этот у нас. Тоже его надо почистить. Да как еще могу полить? Да как и ты под краном? Угу. Нет, ты листочки у них не чистил. Не, я листочки не чистил. Надо чистить.